Любите расслабиться, играя на своем смартфоне, но все старые игры уже надоели? Есть решение. Специально для вас я собрал топ-10 лучших игр для Android за ноябрь 2018 года. А вы на канале sibdroid.ru, и мы начинаем. Дока 2. Несуществующая компьютерная игра, которая, по мнению ряда журналистов, повлияла на поступок керченского стрелка, теперь приобрела реальное обличие. Собственно, геймплей построен по принципу экшен-аркад с видом сверху. Ваша задача, перемещаясь по локациям, уничтожать все, что вы видите на своем пути. А вот сюжетная линия будет раскрыта лишь по мере прохождения. Графическое исполнение пусть и не дотягивает до топовых проектов, но общее исполнение в полной мере заполняет данный пробел. Ava Airborne. Физическая аркада, выполненная в оригинальном графическом стиле. Главной героиней игры является Ava, девочка, которая верит, что может летать. Однако для этого необходимо использовать различные приспособления – крылья, катапульты, трамплины и прочее. Главное – не касаться земли. При этом еще и необходимо лавировать между различными препятствиями. Animal Adventure Downhill Rush. Игра, где вы будете ездить на санках по заснеженным пейзажам. Зима надвигается, и появляется рождественское настроение. Возьмите в руки санки и отправляйтесь навстречу приключениям в этой игре. Ездите по различным локациям игры. По городу, деревне, заснеженным горам и замерзшим рекам. По пути обходите многочисленные преграды в виде бегущих медведей и движущихся машин. Откройте новых персонажей и разблокируйте уникальные санки. Fern Flower. Атмосферная аркада, сюжет которой разворачивается в неком сказочном мире, в котором раз в год расцветает цветок, который приносит удачу его обладателю. Игровая механика выполнена в привычном виде. Тапая по разные стороны экрана, ваша задача управлять персонажем и постараться добраться до заветной цели. Особый шарм геймплею придает стильная графика и потрясающее звуковое сопровождение. Данный проект порадует всех поклонников хардкорных аркад с необычной и загадочной атмосферой. Raven's World – Shadowlands. Огромный мир фэнтези с удивительными существами и эпохальными событиями. Прежде всего стоит коснуться умопомрачительной графики и не менее качественной физики. Именно эти две составляющие делают эту RPG одной из самых лучших в своем жанре. Preventive Strike 3D. Игра, где вы будете управлять боевым вертолетом. В этой игре вы будете участвовать в эпических перестрелках и стараться уничтожить базу противника. Побывайте в роли опытного пилота вертолета и совершайте различные маневры, ведя огонь по вражеской технике и пробираясь все ближе к базе противника. Выполняйте опасные миссии и вступайте в перестрелку с врагами. Relic Seeker Hypogem. В этой игре вы отправитесь в увлекательное путешествие, где будете исследовать древние храмы, таящие в себе многочисленные тайны и загадки. Археолог Льюис Дикон начинает исследовать древний храм по поручению одного учреждения и узнает, что это место как-то связано с инопланетянами, которые прилетали с далекой планеты много лет назад. Теперь вам предстоит решать сложные головоломки, исследовать все новые локации и находить предметы, которые прольют свет на историю храма. Tiles Apart. Замысловатая логическая головоломка с плитками, создатели которой реализовали довольно необычную игровую механику. В отличие от многочисленных аналогов, в данном проекте вам предстоит управлять рядами различных блоков, а вот сам персонаж будет перемещаться в зависимости от выстроенного вами пути. При этом стоит помнить, что каждое перемещение будет влиять на геймплей и последующее развитие игры. Всего же в Tiles Apart более 50 уровней, каждый из которых потребует индивидуального подхода. Turret Gunner. В этой игре вы возьмете под свой контроль самолет, оснащенный стрелковыми артиллеристами, которые должны уничтожать вражеские воздушные силы. В игре вы перенесетесь на острова Южного Анрита, где будете выполнять опасные миссии и стараться подбить и уничтожить как можно больше противников. Прицеливайтесь и метко стреляйте, сбивая один за другим самолеты противника. Сражайтесь с эпическими боссами, которых не так просто победить. FIFA Mobile 19.
Версия новой игры от EA на переработанном движке и с новыми игровыми режимами. В этой игре вы познакомитесь с долгожданным режимом UEFA Champions League, который оценят любители этой игры. Возьмите под свой контроль любимую команду и участвуйте в многочисленных чемпионатах. Поднимайте все выше в таблице лидеров. Прокачайте и улучшайте свою команду и мастерски забивайте голы в ворота противника. Начните свой карьерный рост и добейтесь отличных результатов. Ух, выпуск вышел отличный, а сколько крутых игр в нем собралось. Согласны? Но чтобы во все эти игры поиграть, вам необходим подходящий смартфон. И естественно, купить его вы сможете в нашем интернет-магазине sibdroid.ru. И еще, на все смартфоны у нас действует скидка по промокоду. Достаточно ввести его при оформлении заказа. Все ссылки вы найдете в описании. Друзья, не забывайте ставить лайки и подписаться на канал, попутно нажав на колокольчик. А для вас это видео подготовил я, Игорь, и интернет-магазин sibdroid.ru. До скорых встреч!